Несмотря на то, что Вазари не говорит ни слова о таланте Мельцы, как и живописце, великий Ламаццо восхваляет его как выдающегося миниатюриста. А в 1523 году Бендедей, посол в Милане, в письме к Альфонсу герцогу Феррарскому упоминает о Мельце как о крайне талантливом и самобытном художнике. Творческое наследие Мельцы достаточно скромно по сравнению с другими его современниками, но его след в истории мировой живописи поистине уникален. Вертум и Помона написаны в стиле, типичном для леонардески, с использованием женского типа лица Леонардо да Винчи с опущенными глазами и натянутой улыбкой, суммату Леонардо, и отражает наблюдение Леонардо над ботаникой. Картина также основана на известных композициях Леонардо до 1513 года. Например, картина Мельцы имела ту же цветовую схему, что и картина Леонардо «Богородица с младенцем» и святой Анной в Лувре. Высокие горы на заднем плане, особенно включая арочный мост слева, нарисованы на фоне Монны Лизы. Кроме того, поза Помоны тесно связана с позой Девы Марии на рисунке Леонардо, который называется «Карикатура Берлингтонского дома Национальной галереи». Большая часть интерпретации картины исходит из символизма растений, окружающих фигуру, которые могли быть поняты в XVI и XVII веках. Главными из них являются вяз и виноградная лоза в центре композиции. Вертум был богом смены времен года и превращений, которые происходят с земными плодами. Сначала они цветут, затем зреют и, наконец, падают со склонившихся под их тяжестью ветвей. Вертум ниспослал на землю цветение весны, летнюю жату и осеннее изобилие плодов. Но о плодовых деревьях, особенно яблонях, тщательно заботилась юная и трудолюбивая богиня Помона. Она успевала во всех садах подрезать сухие сучья, прививать новые черенки, поить прозрачной водой засыхающие деревья. Занятая своими хлопотами, она совершенно не замечала, как старались привлечь ее внимание такие полевые лесные божества, как Пик, живший в роще у Авентинского холма, и Сильван, а также шаловливые сатиры. Но более всех пленился юной красотой Помоны бог Вертум. Пользуясь своим даром перевоплощения, он стал являться Помоне в самых разных обличьях, от воина до рыбака и простого садовника, предлагая ей свою любовь. Но никто не мог завладеть сердцем Помоны и хоть на мгновение отвлечь ее от любимого дела. Вертум решился воздействовать на упрямицу силой чужого убеждения. Превратившись в дряхлую старуху, он пришел к Помоне. И пока она предлагала почтенной гости свежие фрукты, стал дребезжащим старческим голосом убеждать ее выйти замуж за славного бога Вертума. Помона и тут решительно отказалась, сославшись на то, что никогда не видела бога и не может судить о его достоинствах. Тогда Вертум предстал перед смущенной Помоной во всем блеске своей красоты. Золотом сияли его кудри, любовью горели глаза. В одной руке юноша держал садовый нож, а в другой – полную корзину благоухающих плодов. Пленившись прекрасным богом, юная Помона согласилась стать его женой. Соединившись навсегда, они с жаром продолжали заботиться о процветании и свежести плодоносных садов италийской земли. Римляне глубоко почитали эту юную божественную пару. Храм Вертумна был воздвигнут на Авентийском холме. Помона же имела своего собственного жреца Фламина. Когда начиналось созревание плодов, садоводы приносили жертвы этим богам.
На картине изображена сцена из книги «Метаморфоз Овидия», в которой Вертун пытается убедить Помону полюбить, используя притчу о вязе и виноградной лозе. Обрезанные деревья вяза часто использовались в качестве опор для виноградных лоз, поэтому латинские авторы часто изображали их вместе как символ брака. На переднем плане рост коломбины, символа плодородия, который также выделяется во флоре. В 1995 году было доказано существование документально подтвержденной подписи Мельцы, которую в 18 веке удалил арт-дилер, чтобы иметь возможность продать картину как произведение Леонардо. Из-за плохого состояния картину долгое время не воспринимали всерьез. Лишь после реставрации стало очевидным его сходство с работами Леонардо.